Да, коль уж рыба гниет с головы, господин президент, да, господин президент до сих пор не объявил военное положение. Если вы откроете любую нашу газету, любой интернет-ресурс или любой украинский телеканал, постоянно звучит слово «война», «военные действия». У меня вопрос, с кем воюем? Почему до сих пор не объявлено военное положение? Почему, если не объявлено военное положение, а идет война, проводятся выборы? То есть, по сути, мы сталкиваемся с, ну, скажем так, с чрезвычайным, не имеющим аналога в Украине враньем со стороны первых лиц государства. Те, которые, с одной стороны, говорят, что у нас идет борьба с боевиками, с террористами, как они их называют, с другой стороны, она говорит, что никакой войны нет, идет антитеррористическая.